Всем привет! Приобрели себе вот такую вот приблуду. Газонокосилка Заря к мотоблоку Нива. Будем косить траву. Наконец-то у нас солнечные денечки выдались. Вроде до выходных дождя не обещают. Нужно успевать заготавливать сено. Сейчас покажем, как она работает. Все, мы ее уже подключили, подсоединили. Цена вопроса 13 500. В магазине инструмент off. Че, давай звони. Покажем людям, как косилка косит. С толкача. Покажешь, поди, подержи на крючок. Что такое это, блин? Что такое-то, а? Челси. Что желаешь-то? Челси, ну-ка, фу. Челси, где мама? Иди к маме. Ну-ка, фу, я сказал. К маме иди. Ну что ты будешь? Что такое-то, не понял? Что, шура? Челси, ко мне иди! Ну-ка ко мне быстро! Челси! Ко мне, я сказал! Ничего не понимает, а? Вот так вот он косит. Травку собирает посередине. В принципе, удобно. Посмотрим, как у нас это все будет в процессе заготовки сена. Написано, что не страшны ни камни, ни кочки. Кочек у нас здесь очень много. Муравьев очень много расплодилось, пока земля не обрабатывалась. Даже видно, как неровно идет. По кочкам плывет. Вот такую новинку для себя приобрели. Пока довольны. Будем смотреть, что будет дальше в процессе эксплуатации. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии.
Пока-пока.